Школа номер 2 города Алдана – одна из самых крупных в районе. В свои стены она принимает без малого 500 мальчишек и девчонок. Для 30 ребят наступивший учебный год станет последним. Они уже 11-классники. А на первый в своей жизни урок в сентябре 2016-го пришли 50 малышей. В учебном году ребят ожидает немало интересного. Пожалуй, наиболее масштабные нововведения коснутся 6-х классов. И у нас нынче 6-й класс пошел по новой программе, по федеральным государственным образовательным стандартам. Это то, что новое. Все учебники в соответствии закуплены, все приведено, техническая база, материальная, все в соответствии у нас. Гранит наук программных бесспорно является основой учебного процесса. На раскрытие талантов и всестороннее развитие личности нацелена внеурочная деятельность. К действующим во второй школе кружкам и секциям в наступившем учебном году добавятся новые направления. Те классы с 1 по 6, которые идут по ВГОСу, они прямо по программам идут в неурочную деятельность. Другое дело, что очень мало педагогов дополнительного образования, и у нас не особо большие резервы в этом плане. Но, тем не менее, мы создали во всех параллелях группы хореографии, что очень для родителей и приятно, и интересно. У нас будут работать кружок «Юные журналисты» с привлечением специалистов со стороны, так сказать, сетевое взаимодействие. В наступившем учебном году у педагогов и воспитанников забот немало. Хлопоты, впрочем, приятные. Они связаны с подготовкой к празднику. В 2016-м исполнится 80 лет со дня основания школы. Обычное учебное заведение, сочетающее в себе лучшие советские традиции и современные тенденции. Так взрослые и дети говорят о своей обители знаний. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.